Всем привет, ребята! И сегодня я зашла в украинское обе. Я в него уже захаживаю, я не знаю, какой раз. Поэтому вот так вот. Тут почти тут все украинское. Даже шрифт украинский. И я украинская. В игре и в жизни. Ладно. Кстати, игра это называется. Угадайте как. А я вам сейчас скажу. Ukraine Obby. Ну, написано там по-русски. Типа Украина. Ина. Через И. Obby. Просто, чтоб легче писать было. Кто не писали, поэтому вообще, кто не писал Украин, то это будет называться Украин Обби. Кстати, пожалуйста. Не пишите ничего. Блин, я ничего не поняла, да? Не пишите ничего, то что? Фу, Украина, фу. Я просто зашла в эту обе, потому что я не придумала никакого другого обе. Я и не старалась искать. У меня вот. Мне только вот. Кто-то? А, ребята. А, я туда шла. Я думала, я не туда пошла. Так. И, господи, мама дорогая. Кстати, я там кое-что знаю. Я даже не буду вам читать. Это, ну, я могу вам читать, конечно. Тут, типа... На порядке, да? Порядку идти. Просто лень было. Всю идти, поэтому. Рік. Незалежності України. Просто це. Україна. Україна. Значит. Тут перша столиця України, Харків. Я не буду читати, я саме скажу. Цигані, звісно. Я, коротше, спочатку бабуся з огірками. Спочатку пішла, ну, коли я не знімала про це відео. Я просто у мамы спрашивала с папой, и они мне сказали, когда я в первый раз обе проходила это. Я, да, перепрыгнула. Это я и бежишь-то прекрасно. Прекрасно получается. Видели, какие я за ворота делаю? Шифтом. Все тупо, смотрите. Вот все по цвету Украины. Флагом. Точнее. Как я за это видео уже сказала Украина. Это тоже считается. Считается. Так вот. О, это самое сложное. А, нет. Я просто иногда не прохожу это, поэтому... Ладно. Я когда-то с братом это проходила. А, да? Так, ну, это... А, да, я угадала. С третьего или второго раза не читала. Конечно же, брат
Короче, не знал, как проходить. Да ёлки-палки. Не туда прыгаю я что-то. Я что-то вообще это, вообще-то обе это. А что тут написано? Поле заминовано. Тут что тут, ребята? А давайте шифтом типа попробуем через большую. А, блин, сейчас. Ладно, давайте без шифта. Просто давайте шифтом перепрыгивать. И да, это у нас сработало. Это очень сложно. Кстати, когда мы играли с братом в это обе Юкраинобе, и там, где мы, короче, девочка и одну подружились. Ну, она со мной точнее подружилась. И она говорила: девчата! Господи. Ну, потому что, ну, да, как тут сказать так? Блин, а в какую сторону идти? В эту, да? А, да. Короче, девчата. Я писала: он мальчик. Он просто решил. У нас такой прикол. Он как у меня скин сделал. Такой скин сделал. И девочка не могла различить, ну, типа, а ник читать. Ну, Сашкин, типа, это же... Можно понять? Пинки, то есть. Можно же понять? Кстати, да, мой ник Саша Пинки. Я просто давно играла в Roblox, поэтому я не сменивала. Кстати, я один раз случайно удалила Roblox. И я не... Ну... Там пароль надо было вводить. Я другой пароль не вводила, просто папа мне его настраивал. Просто папа мне его настраивал. Я говорила, ну, первоначально я говорила, как я хочу себя подписать там. И так далее. И он просто... Ну, он просто... Пароль. Или код, я не знаю. Я просто прыгаю. Кстати, я, если это видео будет, ну, по мне как покажется, оно каким-то коротеньким, то я перейду в Тавр. Кстати, кто хочет рубрику с вопросами, то вы сюда именно пишите вопросы именно. Я буду, конечно же, потом сниму видео и там я в видео буду отвечать. Как я буду отвечать и играть в моем же телефоне? Просто мамы, так сказать. Есть мой аккаунт. Точнее, аккаунт мой. Ну что, так вот. Не знаю, почему даже. Вы это слышали, мяуканье? Вот, да. Это либо вот у мамы еды утрашивает, либо он просит сюда зайти. Это, конечно же, непонятно. Я почти дошла, ребята. Ребятульки. Я дошла почти. Тык-тык-тык. Мне осталось пропрыгать две штучки. Два уровня. Точнее. Да елки-палки. А не что? Увольняюсь. Слава Украине! Я знаю, что она ответит. Ой, блин. Гору.
типа, такое, если, типа, слава Украине, то пишется «Илья Влесарова». Я просто по приколу написала. Ну, это, конечно же, слава Украине. Я написала. Кто-то другой. Что ты на меня так смотришь? Что ты на меня так смотришь? Не буду показывать свое лицо. До свидания, я в АТБ. Ну, в реальной жизни АТБ что-то как-то больше отделов. И не только живчик продается. Честно. Короче, ждите. Я сейчас прыгну и будет магия. Раз, два, три. Сейчас, подождите, я не успела прыгнуть. Раз, два, три. Сейчас. Раз, два, три.